Итак, как вы уже понимаете, что намерения у меня серьезные. И это, знаете, как меня сподвигло на вот это вот? То, что у меня ногти страшные, потому что я постоянно мою посуду. Ну, и дело не в том, а просто мне было как-то вообще пофигу. Мне эта моя красота была периодически не пофигу, ну, в Украине еще. А тут, короче, я вчера узнала у мастера маникюра-педикюра, сколько стоит этот маникюр-педикюр. И тот, что я люблю, допустим, мокрый, что намачиваешь руки, потом все, от этого нету такого. А сухой это мне, знаете, как вот будто тебя взяли, вот то, сухой шампунь. Нанесли на грязные волосы, короче, ну, мне такое, мои ощущения. Шампунь сухой и типа помылый. Помыли таким образом. Но все равно ощущение остается недомытости. Ну, в любом случае. Поэтому я так... и цена. 150 педикюр, 100 маникюр. Ну, это, наверное, с покрытием, я так и не поняла. Но я не переспрашивала, потому что это для меня дорого. Короче, для меня это дорого. Я сразу на эмоциях зашла в YouTube, посмотрела, как делать самой себе это все. И нашла рекомендации, и буду учиться делать самой себе, потому что это самое лучшее, что можно сделать. Просто надо инструменты. Это отодвигать шкуры, наскурка. Это общипывать ногти, кусачки. Это обрезать кутикулы. Ну, это, короче, пилка. Это общипывать кутикулы. И оно, кстати, вот эта херь не очень то и дешевая, я бы не сказала, что она дешевая. Пилочка для пяток, вот эти штуки для педикюра, чтобы, ну, разделять пальцы. Потом купила вот это для ногтей, полировка ногтей. Ну, в принципе, принцип всем известно, просто надо практика. Это шоколадка. Совсем не относится ко всему этому, но в Россмане я была, не могла удержаться. Купила в дорогу вот такой крем, чтобы тот не брать, бы его заставят выкинуть, и мне будет жалко. Я узнала, что можно до литра брать в таре не больше 100 миллиграмм. Купила такой крем для тварь, для лица и тела. Потом вот это дорожный сана, гель для душа вроде. Нет, кремовый жель по прыщниц. Крем чешу. А я думала, ну ладно, не важно, уже не важно. Купила шампунь, бо у меня заканчивается. И смотрите, я нашла тару. В одну я налью жидкость для глаз, для контактных линз, только его прокипячу. Конечно, не очень удобная она, но это лучше, чем... чтобы они выкинули, а потом куплять снова. Это 100 миллилитров тара. Я же помню, что я где-то их видела. Значит, шампунь купила и сюда шампунь налью. Свою. Может, там мне и дадут шампунь, но все равно. Купила еще такие кремики для рук и для ногтей. Мне же интересно, что это. Я же думала, это гель для душа. Жель по прыщниц. После душа, что ли? Чтобы его не смывать. А ну так, кремовый жель под прыщниц, а не по прыщниц. Фу, читать не умею. Под душ, правильно. Все правильно то. Потом купила такую маленькую зубную пасту, чтобы с собой взять. Потому что пасту же тоже, наверное, выкинут, если она будет большая. А это купила себе уже большую, дома пользоваться. Потому что в дорогу надо все миниатюрное. Это салфетки в дорогу, хустечки. То есть в дорогу вот такие маленькие бутылочки. Во-первых, мало места занимают. Во-вторых, короче, все будет. Вот такой пакованчик. И хорошо. Ну, тот уже, что крем для от солнца уже же останется тут, потому что лучше останется, чем
выкинуть. И купила пауэрбанк, еще не проверяла, для зарядки телефона на 10 тысяч. Fast Charge Ампер, или как оно там говорится, батарея пак. Когда-то я в Украине купила что-то подобное, она у меня, короче, перестала работать после одной поездки. Стоит она 49 злотых. То есть вообще дешево. Сейчас я буду проверять. И помидоров купила по 7 злотых. Тоже видно классные. Надеюсь, вкусные. Но видно вкусные по виду. Я просто мастер продажи помидоров. Я когда-то вот это, ну, периоде 16 и больше, 18 лет я ездила в Беларусь, и мы продавали помидоры с кумой, с моей теперешней кумой, тогда просто подругой. Ну, короче, в Росмане вот это все купила вместе с шоколадкой на 170 злотых. То есть, если бы я пошла на паникюр, маникюр и педикюр, я потратила 250 злотых. Ну, может, с покрытием, конечно, ну, неважно. Покрытие мне, в принципе, я могу просто лаком накрасить. Купить, какой мне нравится, и накрасить. Ну, помидоры 10,50 за больше, чем килограмм. Ну, короче, то есть, получается, что за 170 злотых я это все купила. Плюс я сама еще научусь себе делать эти ногти, маникюр и педикюр. И тогда вообще будет красота. Мне понравилась вот эта вот терка для пяток. Она такая шерсткая, точно поздирает все сразу, ороговевшее. Потому что все, что я раньше купила, не годится. Надо повыкидать. В Украине там камень какой-то купила. Тут еще купила такое, что разлазится. Она мне не нравится. Вот это, конечно, жесткая. Так что будем делать. Пробовать обрезать кутикулы. Самая главная проблема — это кутикулы. И от того, что руки постоянно, то там картошку чищу, так она, грязь забивается на эти сухие кутикулы. Ну, короче, некрасиво, неприятно, но мне так всегда как-то пофиг было. Ну, я не знаю почему, ну, как-то даже и не парюсь этим. А сейчас что-то мне захотелось, потому что поеду на море, так все-таки якось среди людей хотя бы более-менее, чтобы было аккуратно. Ну, конечно, с собой я не возьму ножницы там. И, ну, такое можно, но смысл его. С собой вообще, наверное, нельзя брать. Потому что разве что ту штуку, чтобы отодвигать. Но она не острая. Пилочку можно только взять. Да, наверное, с собой возьму только пилочку, чтобы, интересно, как она точит. Чтобы обтянать просто. Просто шух-шух поверху. Ну, вот эту фигню можно взять. Ну, короче, не знаю, посмотрим. Как вы поняли, вещей у меня будет мало, и рюкзачок маленький, поэтому надо будет компактно. Какой же вкусный помидор, это не передать. Обалденный просто. Сказочный, сочный. В общем, короче, прикольная батарея. Видите, тут включается такая лампочка. И видно, что две полоски, а надо четыре. Можно два устройства заряжать. И что-то еще, короче. Вон показано. В общем, сейчас посмотрим, как оно будет заряжать. Ну, сейчас я прям подсоединю на камеру. Угу, это не подходит. Сейчас еще буду искать свои эти провода. Оно не подходит вообще, ячейка до моего, короче, вот эта штука. Странно. Нифига. Зато мой подходит шнур из зарядки. Короче, заряд идет, но сначала я хочу батарею эту зарядить хорошо. А потом, короче, уже это... телефон. Посмотрим, насколько будет хватать этого батарейки. Ну, хоть купила, я уже спокойно, что хоть какое-то можно. Допустим, я не планирую в Гданьске сидеть в комнате, а думаю где-то быть там, даже на пляже, и снимать, постоянно фоткать. Ну, это мое любимое занятие. Поэтому, короче, надо, чтобы, короче, была батарея с собой.
Главное, чтобы она не нагревалась. Надо было ее прятать. И тазик оливье. Короче, проблемы не пугают, и кризис ни почем. Мы все равно красиво встретим Новый год. Песня такая есть. Делаю маникюр, все. Дешево и сердито. Надо учиться. Хватит уже. Тратиться. Короче, начну с одной руки. Не знаю, конечно, как я буду левой рукой, правую, но я думаю, всему можно научиться. Даже обезьяну можно научить делать маникюр. Я видела в интернете, она пиляла ногти человеку. А я шо? Не обезьяна, что ли? Не бибезьяна, что ли? Мне нравится вот такое, что вымачиваешь. Во-первых, пока рука вымачивается, человек получает такую радость. А то взяли на сухую. Я когда-то один раз ходила на такой сухой, мне все, я сказала, в Украине еще. Пришла, она мне взяла что-то, почикала трохи. Я думаю, что это было? Потому что у нас в Украине развит обычный такой маникюр и педикюр. Ноги там вставляешь в миску и давай тебе, короче, обрезать. И потом нормально же обрежется кожи. Ну, может, оно считается, что типа чем больше обрезаешь кожу, тем больше нарастает. Но все равно оно ощущение внутреннее приятнее, когда тебе вот так вот намочили полностью. Ты просто выходишь долюбленный. Вот это такое ощущение. Я просто вчера вот спросила за цену, за это, посмотрела по салонам. Думаю, никто тут не будет делать. Цена высокая, и как этот, чтобы меньше влаживать силы, все, бегом. Ну, может, еще даже надо гигиенично, чтобы было там, я не знаю, короче. У нас ставили просто тазик, одноразовую клеенку на дно. И, короче, ноги туда вставлял человек. Потом, когда вытянул, воду вылили, клеенку выкинули. Ну, понятно, что, типа, сейчас станут защитники природы, что клеенка. Ну, тогда не знаю, тогда лечь и сдохнуть. Если выграбляют клеенку производители, значит, все равно она будет потрачена. Хоть ты потратишь, хоть другой кто-то потратит. Ну, израсходует ее, все равно будет использована. Чтобы была, типа, охрана природы, надо, чтобы было на государственном уровне, запрещали производители. Производителям производить эту гадость, а не люди сами пытаются что-то. Это пальцем в небо. Я считаю так, когда все будет настолько загрязнено, и мы сами себя отравим, то тогда мы все умрем, а природа очистится за каких-нибудь 100 лет. Она быстренько все это вышвырнет, сожжет и очистится моментально. Так что можно не переживать за природные ресурсы. Все равно все засрется. Короче, сделала типа маникюр, но почему-то на левой рукой я лучше сделала, чем правой. В общем, немного пообрезала. Сблизи, конечно, не хочу показывать, но... Потому что так красиво, что сблизи лучше не надо. Как будто кто-то грыз мои это. Но все равно лучше, чем было. Вот эта шкуру немного постинала. Ну, просто я еще не могу. И может быть... Я еще не могу пользоваться вот этим, что откусывают ногти. Надо посмотреть в интернете, как им пользоваться. А вот этим кусачками, что вот тут боковушки отщипают, так классно пользоваться. Вообще так удобно. Так классно отщипывает кожу. Сейчас ноги, короче, отмачиваю. Надо 15 минут отмачивать, а потом начинать уже там что-то делать. И, короче, сделаю сначала... Эти паз ногти, потом, короче, ну, ногти, типа. А потом, короче, эти стопы пошурхаю. Ну, в общем,
Конечно, это первый раз мой вообще, что этим инструментами пользуюсь, поэтому отлично, как для первого раза, мне нравится. У мастеров я когда делала на сухую, то то же самое, только тут ровнее. Ну, то есть тут нема никаких торчащих кусков, а ровнее. А так то же самое. А когда другой мастер делала мне, то она так глубокенько, красивенько пооттянала и очень аккуратно, когда отмачивала. Без отмачивания не получится хорошо. Ну, по крайней мере, у меня так было. Все, сделала. Вымучилась, короче, наверное, не знаю сколько. Около 2 часов, короче, это все выделала. Конечно, страшно. Эти, ну, типа, как попрерыванная, в общем, не знаю. Но все равно это лучше, чем до. Как-то на ногах нету столько кожи и таких этих, а на руках, да. А на ногах, короче, нормально. Это свою ногу рассматриваю. Ну, конечно, не так, как в салоне. Зато сама. Мне понравилась эта штука, что кусачки эти, что кусает кожу омертвевшую. Очень даже неплохо. На некоторых этих надо ножнички с очень тоненьким таким остреньким носиком. Тогда оно будет хорошо цеплять. В принципе, нормально. Все равно лучше. Учитывая, что я сама, ну, только ножницами там маленькими маникюрными пользовалась, а вот этими всеми кусачками не пользовалась, то хорошо. Фу, устала. Ну вот, все ближе, ближе рыжина. Все интереснее цвет становится. Зато все больше волос отрастает, и все интереснее ложится оно само по себе. Рыжая, рыжая. Рыжая, бесстыжая.